чувствуется очень хорошо. 15 лет это немало, но и немного. Но дача идет к этому, что будет большая команда, и что из года в год команда старается выиграть много игр, набрать много очков. И даже не только чемпионат Молдовы, но хочет и что делать в Европе. И показать, что здесь играется хороший футбол, что есть хорошие команды. И к этому все стремится, и надеемся, что будет и так. Ты сам, я знаю, что ты из Сербии, да? Нет, Черногория. Черногория, да, из Черногории. Как такие бывают такие мероприятия? Когда... Бывает, но... Но не так, как 15, может быть, если там 70 или 80 год, но нередко. Как тебе вообще вечер сегодня торжественный? Сегодня только это начало, и вижу, что здесь много радостных людей, и здесь бывший президент Адлан Шишканов, и хорошо у него видит, и хорошее настроение у него, у нас тоже все хорошее настроение, и сейчас команда хорошая играет, выиграли у Шерифа, и даже два раза. 15 лет дачи не выиграл, последние две игры выиграл, и надеюсь, что каждую следующую игру выиграет, и к этому году дача стремится быть первой, и надеюсь, что и закончим на первом месте. Как сегодня хочешь отмечать, как будешь веселиться? Ну, как нормально. Буду выпить чуть-чуть за команду здесь, и много знакомых, и вместе все радимся, и будет хороший вечер. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос по удаче. Ты уже как свой себя чувствуешь, у нас в Молдове много лет уже играешь. 4 лет уже. Да, 4 года. Большой срок все-таки, уже себя чувствуешь, что ты все-таки как наполовину молдаван? Ну, я первый черногорец, но здесь как дома. Я это сказал, когда подписал второй контракт, что здесь дача моя семья, и здесь люди меня знают, и очень приятно, и даже на улице, любой, где заходишь, дискотек, клуб, все, когда есть отдых, когда время есть, все знают, все приятно с тобой разговаривать, и это приятно, что значит, что я здесь это что сделал. Но посмотрим, как дальше будет. И поздравляю еще один раз команду дачи со 15 лет и желаю еще много победы и в этом году, чтобы стал чемпионом.